Дополнительный пассивный доход никому не помешает. Да и кто бы отказался от 30-40 тысяч в месяц просто так, из воздуха. Вечная мечта о бесплатном сыре – еще один излюбленный манок мошенников. Речь идет о красивом слове «инвестиции». Везде должен быть правильный профессиональный подход. Именно это мы вам и предлагаем. Подойти к этому делу, покупки и продажи акций профессионально. Делать это под сопровождением финансового эксперта, специалиста, который уже на долгосрочной перспективе этим занимается профессионально сам. И это также помогает это делать другим людям. Объясняю, в чем суть проекта, кто будет вашим брокером, как вы будете зарабатывать. JP Morgan. Он является самым крупным в Штатах, будучи частью большой четверки банков США и одним из крупнейших в мире, который позволяет вам работать через наш проект на международной торговой европейской площадке в абсолютном бескомиссионном формате. Ты объясняю. Единственное, что вы будете оплачивать, это нашу комиссию за работу. Мошенники предлагают частным лицам, по сути, игру на бирже, покупку акций, золота, криптовалюты. При этом высокая доходность и никакого риска. Вся прибыль ваша, а расходы мы берем на себя. Странная бизнес-схема, вам не кажется? Что вам предлагают? Смотрите, работать, во-первых, на своем личном счету, то есть деньги в доверительное управление вы не передаете. А уделять 20 минут 2-3 раза в неделю данному делу, так как основную работу мы выполняем за вас. Как аналитический отдел, у нас работает огромный штаб специалистов, это более 2000 человек, которые занимаются анализом мировых финансовых рынков. Даем вам готовую информацию о том, когда и какой актив будет расти в своей цене. Вы 2-3 раза в неделю связываетесь со своим личным финансовым экспертом, который дает вам готовую информацию. Покупаете, продаете активы по той информации, на которую он вам указывает, и зарабатываете от 13 до 23% чистой прибыли ежемесячно. Доходность может быть разная, но значит, вот фраза, что у нас маленькие-маленькие риски и очень большая-большая доходность, должна сразу насторожить любого человека. Потому что, как правило, малорискованные активы, которые мы размещаем, они не бывают очень-очень сильно доходными. Они, как правило, ну, в районе там, депозит плюс сколько-то процентов. То есть, соответственно, доходность равна риск. Да, практически, да, можно сказать так, что доходность равна риску. Если вам заявляют огромную доходность, то, скорее всего, это очень высокие риски. Уникальность данной мошеннической схемы в том, что это игра в долгую. Вас постепенно заманивают яркой картинкой, небольшими суммами, а порой даже и первой прибылью. Здесь немножечко по-другому, здесь немножечко, как говорится, поинтереснее и посложнее. Тут ситуация такая по инвестициям. Здесь, значит, звонят, и начинают, значит, скидывать ссылки на так называемые инвестиционные площадки. То есть так, площадка такая-то, такая-то. То есть и человек заходит посредством либо компьютера, либо там телефона на нее, смотрит. То есть ему создают виртуальный счет, так называемый. То есть он его видит. Получается, он его видит и смотрит. То есть он положил там сумму, там, ну, там, пускай там 300 тысяч, и он на раз у него там на экране появляется. То есть 300 тысяч, все, мои деньги в электронном, где-то, грубо говоря, там, в каком-то кошельке, в электронном там, на электронном счете. Все хорошо. Бывает, даже проценты первые выплачивает. То есть там, ну, вот получил, там положил 300, человеку там, ну все, вот 15 тысяч ты получил, ты молодец, все хорошо, давай дальше инвестируем. На самом же деле деньги на якобы инвестиционном счете существуют только виртуально, ну как золото или рубины в компьютерной игре. Их давно уже украли, просто вы об этом еще не знаете. А якобы личный брокер продолжает регулярно звонить и предлагает подбрасывать виртуальную топку еще и еще настоящих средств, пока удача на вашей стороне. Так будет продолжаться до тех пор, пока реальный кошелек донора не опустеет. Буквально тоже вот недавно был у нас случай. У женщины было 2 700 000. Она заработала их вот, ну, за, тут вот. То есть она пенсионерка, то есть за вот, пока время нахождения здесь, то есть заработала 2 700 000 рублей, то есть были своих денег. И вот ее порядка там 2 часов обрабатывали по телефону по поводу того, что рассказывали преимущества в инвестировании. Все прекрасно понимают. Положил в банк, это надежно, да, который у нас еще обеспечен государственное там страхование. Все, мы знаем, то, что мы там свои деньги вернем. Пусть процент небольшой, то есть, но мы их вернем. А вот эти все МММ, то есть рога и копыта, либо там еще какие-то там у нас, мы уже тут с вами уже все хотим нажиться, но
как всегда получается, как всегда получается то, что денег мы лишаемся. Как только вы решите снять хотя бы часть средств со счета, то тут же столкнетесь с проблемой. Сначала вас попросят заплатить подоходный налог с общей суммы, в зависимости от того, сколько виртуальных рублей вы заработали. Например, со 100 тысяч – 13, с миллиона – 130 тысяч рублей. Затем вас попросят разблокировать шлюзы, подтвердить карту и так далее. Все это за наличные. И так до бесконечности. Денег вы точно никогда не увидите. Кстати, если у вас есть лишние средства и вы хотите попробовать себя в роли инвестора, то можете сделать это через официальное приложение вашего личного банка, на котором у вас, допустим, зарплатная карта. Но учтите один важный момент. Чем выше доходность от инвестиций, тем больше риск потерять все средства. Возмещать потерю вам никто не будет. Есть и малорисковые доходные, как говорится, менее доходные, но малорискованные эти продукты, да, есть более там рискованные, но и более доходные продукты. Но все это в банке можно сделать, оформить эти все, как говорится, продукты и далее уже через свой личный кабинет, общаясь с менеджерами, отслеживать уже, как говорится, свою доходность, отслеживать, как ведут продукты на рынке. Не бывает результата без труда, а крупного выигрыша без риска. Если кто-то предлагает вам 10-15% дохода в месяц и при этом гарантирует сохранность ваших средств, он врет. Мы раскроем вам мошеннические схемы. А как говорится, если устранить причину, исчезнут и последствия. We'll be right back.